Окей, значит, еще раз у всех прошу прощения, кто нас ждал столько времени. У нас тут серьезные технические трудности, вот, от которых сначала страдали вы, а теперь будут страдать наши слушатели, которые сидят в аудитории, потому что удивительным образом у нас значит, не работает проектор. Вот. Слава богу, по сегодняшней теме проектор особо не нужен, следите за руками, что называется. Вот. Хотя, конечно, я бы предпочел, чтобы то, чего я рассказываю, при этом присутствовал на экране так, как вы это видите в стриме. Вот. Значит, напоминаю, что у нас разговор сегодня продолжается про парадигмы программирования. И, значит, заодно я могу открыть чатик, позволить себе, значит, читать сообщеньки. Вот, может быть, этим будет интереснее. Быть может, имеет смысл поступить, как в старые добрые времена, и слегка конспектировать то, что я говорю, просто для того, чтобы это можно было запомнить руками, а не только на слух. Не у всех хорошо на слух получается. Вот. Так вот, значит, разговор у нас продолжается про парадигму программирования, и, значит, продолжаем разговор про парадигму, вернее, начинаем разговор про парадигму, которая кажется нам самой естественной, самой натуральной. Это парадигма императивная, вот, она же процедурная как вариант. Идея императивной парадигмы программирования и вообще императивного подхода, она настолько естественна, что очень трудно себя убедить, что это вообще нужно как-то объяснять людям. Вот. Очень трудно ее объяснить людям в том смысле, что либо ты это понимаешь, либо нет. Ибо императивный подход – это подход, который связан с практикой нашего ежедневного поведения – делать действия последовательно по заранее намеченному плану. Вот. Напоминаю, что как мы будем подходить к, по крайней мере, как я бы призывал вас подходить к анализу той парадигмы, которую вам подсовывают. Во-первых, есть два характеристических признака. Это как устроено аллигирование в данной парадигме, то есть обращение к объектам данных. И второе, это каким образом осуществляется выполнение действий в зависимости от свойств объекта. Действия, обусловленные свойствами объекта. Вот две характеристики, на которые надо глядеть, вне зависимости от того, что там дальше в данной парадигме предлагается. Вот. Дело в том, что и аллигирование, и обусловленность может быть реализовано в вашем алгоритмически полном или неполном даже формализме совершенно различными способами. Большую часть из этих способов мы так или иначе знаем, будучи уже, значит, на пятом курсе, да? Вот. Тем не менее, как бы не лишнее понимать, что, допустим, аллигирование, то есть обращение к имеющимся объектам, может быть устроено по-разному. Начиная с чисто фон-нейновской идеи о том, что вся память адресуемая и обращение к объекту – это обращение по адресу, и заканчивая ситуацией, как в функциональных подходах, связанных переменных, то есть когда объект как таковой, в общем, не существует отдельно от функции. Да? Объект – это часть описания функции и не более того. Вот. Ну, нечто среднее между тем и другим представляют именование объектов, передачи их функций и так дальше. Дальше. Вторая проблема, которая тоже на самом деле может быть реализована как угодно, но почему-то в большинстве языках... Погромче, пожалуйста, плохо слышно. Я напоминаю, на лекциях разговаривать можно, но не тише, чем я, иначе вашим товарищам слышно не будет. А? Нет? А зря, жалко. Слушайте, если вам в голову пришла умная мысль во время лекции, это же очень круто, потому что, ну, лекция – это же, ну, такая пластинка, которую лектор проигрывает, да? А тут надо, как бы, наконец-то удалось подумать. В следующий раз говорите громче. Спасибо. Вот. Так вот, значит, вторая проблема, которую приходится решать – это порядок действий, да? То есть обратите внимание, что слово «порядок» в нашем, так сказать, понимании обычно трансформируется в слово последовательность. Но это совершенно не обязательно. Действия не обязательно должны быть последовательные. Порядок действий может быть, как мы говорили в прошлый раз, и графом,
и вообще чем-то очень хитрым. Вот. Мы в прошлый раз упоминали квантум компьютинг, где как раз история с порядком не такая уж простая. Третья проблема. Это проблема, как нам, собственно, вот эти обусловленные действия, обусловленные свойствами объектов, превращать за их счет, осуществить алгоритмическую полноту. Потому что мы опять-таки привыкли, что в императивной парадигме, про которую мы сегодня будем говорить, есть условные операторы и циклы. Условные операторы — это не выполнение действий в зависимости от условий, а циклы — это повторение действий в зависимости от условий. Все. Но вообще-то говоря, не обязательно условные операторы и циклы. Мы с вами будем, например, говорить в самом конце семестра о макроязыках, где вместо циклов используются так называемые актуально повторяемые действия, актуально конечное повторение действий. Как таковых в макроязыках циклов нету. Мы же с вами работаем с конечным множеством объектов, ибо если мы работаем со счетным множеством объектов, даже не говоря уж про континуум, то наш алгоритм просто не закончится. А раз уж мы с вами работаем с конечным множеством объектов, зачем нам циклы? Развернули цикл, написали 100-500 одинаковых операторов, и всем хорошо. Это даже, в общем, может быть, быстрее работать будет. Вот. Или действия, обусловленные свойствами, они реализованы таким образом, что есть некий как бы фильтр свойств, и в зависимости от того, чему удален фильтр в каждый момент времени, некоторые действия выполняются, а некоторые нет. Я приводил в прошлый раз пример архитектур, которые так устроены. В общем, решение проблемы итерации и обусловленных действий, оно тоже не универсально. Не надо думать, что вот императивная парадигма, которая у нас зашита, так сказать, нашим бытовым поведением, действительно в это умеет. Что такое императивная парадигма программирования с точки зрения Википедии? Я бы тут, вот был бы у нас экранчик, я бы сейчас зашел по ссылке на Википедию и, так сказать, опозорил бы их. Вот. Хотя, в общем, не так уж страшно. Там где-то в середине статьи про императивное программирование действительно сказано что-то разумное. А именно, что в императивной парадигме принято оформлять программу, то есть формализованную запись алгоритма, в виде последовательно исполняемых инструкций, однозначно интерпретируемых. То есть у нас есть нечто, про что мы говорим, что это такой робот-исполнитель, он умеет исполнять команды, и каждую команду мы ему по очереди даем, а он их выполняет. Вот. При этом сами команды, то есть что этот робот умеет, что умеет исполнитель, он умеет обрабатывать данные. Вводится совершенно дополнительная новая сущность, которая называется там структуры данных, данные. И команда — это команда обработки данных. Вот у нас есть какой-то склад, на этом складе есть какие-то предметы, и этот самый робот умеет с этими предметами делать какие-то манипуляции. Вот. Тут внезапно пролетело слово «склад». Обратите внимание, как простая, казалось бы, ничем нас не ограничивающая идея реализовать алгоритмически полный формализм как исполнитель, обрабатывающий данных, обрастает всевозможным легаси, обрастает всевозможными ограничениями. Вот тут пробежало слово «склад», и мы внезапно обнаруживаем, что для хранения данных нужно специальное устройство, специальный формализм, который называется оперативная память. Еще раз, это не обязательная штука для того, чтобы ваш формализм был алгоритмически полным. Мы в прошлый раз видели машину Тьюринга и нормальные алгоритмы Маркова. Все формализмы, которые мы потрогали в прошлый раз, в том или ином виде не использовали понятие оперативной памяти, ну, разве что лента на машине Тьюринга может считаться таковой. Вот. Это мы специально не изучали машину Поста, которая как раз гораздо больше похожа на это. Вот. Да, значит, более того, значит, эта самая память — это не только место хранения, то есть не только место, откуда читаются данные, но место, куда они записываются. Собственно, вся идея нашего компьютера, то есть обработчика этих самых алгоритмических формализмов, это, собственно, модификация содержимого этой самой памяти.
Если мы посмотрим с той точки зрения, которую мы в прошлый раз придумали, то мы увидим, что аллегирование, то есть способ отсылки к объектам вот этом привычном нам бытовом нашем понимании алгоритмизации, это именно что объекты, хранящиеся в специальном месте и, скорее всего, еще и типизированные. Потому что в зависимости от того, где эти объекты хранятся, какого они вида, с ними возможно производить разные операции. То есть вот у нас есть действия над объектами, да? И эти действия, в зависимости от того, что это за объекты, могут быть разными. Вот. Собственно, действие — это модификация. Создание, удаление, изменение вот такого хранимого объекта. Вся наша цель — это вот эти объекты модифицировать. Программа последовательности инструкций. И для того, чтобы обеспечить алгоритмическую полноту, у нас есть такая составная двухпрыжковая операция. Мы сначала проверяем свойства объекта, и на основании этой проверки принимаем решение, что делать или не делать дальше. Вот как бы вся вполне себе обычная, взятая из обыденной жизни, идея алгоритмизации с точки зрения императивного подхода. Тут надо вспомнить такой миф, который называется архитектура фон Неймана. Мифом там является, собственно, сам фон Нейман. Дело в том, что никакой четкой концепции архитектуры фон Неймана группа фон Неймана не предлагала. Она сделала очень развернутый доклад относительно того, как, возможно, с их точки зрения могут развиваться компьютеры, и высказал там такое количество не вполне внятных мыслей, что когда компьютеры все-таки начали развиваться, выяснилось, что это описание под них тоже подходит. Вот. С тех пор это модно называть архитектурой фон Неймана. Если вы помните, там есть всего 4, собственно, те же самые 4 пункта, которые мы сейчас отметили. Это адресуемая память в качестве инструмента аллегирования. Есть память, в ней есть адреса. И вот эти адреса — это и есть способ обратиться к данным в память. Объекты с точки зрения архитектуры фон Неймана — это просто ячейки памяти. Именно их мы модифицируем, ничего другого у нас нету. Ну, там есть еще устройство ввода-вывода, но это скорее как бы о том, как получить начальные данные, о том, как отчитаться о результатах. Вот. Значит, и программа — это всего лишь последовательность таких же ячеек, интерпретируемых как инструкции этому самому компьютеру. Тут возникает очередное легаси. Еще один пример того, как задачу уже решили там 100 лет назад, а потом пришлось перерешевывать. Вот. Значит, да, а именно единство этой самой памяти данных и памяти команд, или, значит, не единство, как если бы в этом была проблема. На самом деле она не в этом. Ну, это просто как бы технологические решения того времени такие накладывали. Не то чтобы ограничения, а очевидные подходы. Вот. Ну и, соответственно, раз у нас есть память адресуемая, интерпретируемая как последовательность команд, то обусловливание устроено очень просто. Мы проверяем свойства каких-то данных, которые в этой памяти тоже лежат, и на основании этого нарушаем, вернее, видоизменяем последовательность. Переходим либо назад, это будет цикл, либо вперед, это будет условный оператор. Выполнение, вернее, невыполнение или повторение некоторых действий в зависимости от условий. Все. Вот это самая фон Неймановская, так сказать, парадигма, согласно которой строились первые компьютеры, навсегда прибила гвоздями современную реализацию классических процедурных, то бишь императивных языков программирования. Вот. И породила один очень забавный спор, о котором, если хватит времени, к сожалению, его может не хватить, мы слишком много тупили, породил очень забавный спор относительно вот той самой адресуемой памяти и вообще вот этой части, связанной с специальным типом данных, который называется тип данных для хранения данных. Вот не сами данные, а тип данных такой для хранения данных, он же указатель. Вот. Но давайте идти дальше. Что нам не нравилось в архитектуре фон Неймана? Разумеется, нам не нравилось то, что мы разговариваем на языке компьютера, который человеком плохо понимаемый. Вот. И поэтому вместо автокода появился язык ассемблера, который на самом деле просто перевод с компьютерного на человеческий. Главное достижение языка ассемблера, главное достижение, это
замена адресации на метки. Почему? Потому что у нас вместо при любой модификации программы, вместо значит, конкретного номера, куда надо прыгать, номер ячейки, появился дополнительный уровень косвенности. Имя. Имя того места, где лежит что-то в памяти, имя ячейки, которое пересчитывается в момент трансляции из языка ассемблера в автокод, и если мы там вставляем несколько байтов данных или вставляем некоторое количество этих самых, вставляем некоторое количество инструкций, то адрес меняется, а метка не меняется. На самом деле все остальные удобства языка ассемблера — это просто удобство. В остальном трансляция того, что мы пишем на языке ассемблера в автокод, происходит один к одному. Здесь у меня великолепный пример этого самого кода на языке ассемблера RISC-V. Значит, покупайте наших слонов, в следующем семестре у нас будет аспирантский почему-то курс по архитектуре VM. Артур RISC-V и язык ассемблера, вот, обещаю, что будет весело, правда будет весело, вот, так что приходите. Он нифига не аспирантский, он годится как для всех возрастов, кроме детского сада. Вот, так что этот момент я пропускаю, вот, и сразу перехожу к процедурным языкам. Значит, здесь, к сожалению, есть две фишки, которые нужно было показывать на экране, а мне придется их показывать на пальцах, что, в общем, ну как это... Ну, фортрановский код показывать на пальцах довольно ненаглядно, я бы сказал. Вот, процедурные языки. Процедурный язык — это первое, что возникло в результате усилий людей по формализации императивной парадигмы. Вот. И самый первый из процедурных языков, и вообще чуть ли не самый первый язык программирования, был язык программирования Fortran, который на самом деле переводится как формула-транслятор. Когда я говорил про недостатки, про то, что ассемблер — это хорошая штука, я говорил, что вот метки — это круто. А что нам все еще не нравится в ассемблере по сравнению с другими языками? Арифметика нам там не нравится. Планирование вычислений надо производить заранее и превращать ее в машинную инструкцию. Собственно, формула-транслятор был написан математиками, а не программистами, потому что они задолбались делать планирование вычислений в машинной инструкции и написали транслятор формул. Ты пишешь формулу математическую, а она превращается в последовательность арифметических команд, таких, которые на данной архитектуре, собственно, применимы. Формула-транслятор. Как этих математиков ругали за то, что они нарушили вообще все каноны разработки языков программирования, что у них получился вообще не алгоритмический язык, а фиг знает что, этот ваш Fortran. Живой язык до сих пор. До сих пор на нем пишут. Там, как ни странно, если в него вкурить, там, в общем, достаточно современные алгоритмы и синтаксические конструкции работы с математическими структурами, например, с числовыми массивами. Там интересные динамические массивы, очень интересно устроены. Вот. Но во всем остальном это, конечно, адовые совершенно легаси 50-летней давности, в смысле представления о том, как должен быть устроен язык программирования, в общем, местами осталось на уровне середины прошлого века, потому что ну, совместимость. Вот. В этом, да, значит, какая главная проблема, собственно, про которую мы будем сегодня говорить, встает перед проектировщиком процедурного императивного языка программирования? Собственно, вот реализация формул. Проблема архитектурной зависимости, раз уж мы предоставляем человеку какую-то возможность записать, ну, те же формулы или вызов процедуры под программу унифицированным способом, независимо от той архитектуры, которая, на которой, собственно, происходит выполнение, то в действительности мы наберем на себя довольно крутую задачу. Мы фактически изобретаем другую вычислительную модель. В нашем языке программирования способ производства вычислений будет не такой, как на актуальном исполнителе, на том железном компьютере,
в который, собственно, транслируется наш код там, на языке Fortran, C или Pascal, не говоря уже о более высокоуровневых языках. Мы предлагаем пользователю нашего языка программирования другую вычислительную модель, не равную вычислительной модели того, той аппаратной архитектуры, с которой он в данный момент работает. Вот, и эту проблему на самом деле можно решать двояко. Можно сказать, вот у нас есть компьютер, у него есть регистры, у него есть арифметика, у него есть способы адресации, и наш язык программирования будет иметь в виду, что то, что вы называете, ну, допустим, указателем, это на самом деле адреса. То, что вы называете вызовом функции, это на самом деле вызов подпрограммы согласно тому ABI, Application Binary Interface, который принят на данной архитектуре. Вот. Вычислительная модель будет относительно несложная. Вернее, так. Она может быть сколько угодно сложная, потому что архитектура может быть сколько угодно сложной. Вычислительная модель вашего языка программирования будет слабо отличаться от вычислительной модели того железа, под которой он существует. Или наоборот, мы скажем, где бы вы ни запускали вашу программу, должен быть абсолютно одинаковый. Арифметика должна быть одинаковой, независимо от того, что там под ковром. У вас может на процессоре вообще не быть плавающих чисел, а в языке программирования они есть. Вот. И третья проблема, собственно, главная, это как происходит на вашем языке программирования моделирование типов данных. Ибо на архитектуре, на уровне фактического исполнителя, типов данных сгулькин нос. Ячейки там вообще-то, да, вот в идеале там есть просто какие-то ячейки памяти и все. То, что мы знаем, что там бывают какие-то байты, большие целые, малые целые, это все адская легаси, это все потому, что так пошла эволюция. Как бы повернись она по-другому, у нас бы были, я не знаю, там десятибитные числа какие-нибудь, или вообще что-нибудь такое. Или вообще троичная арифметика, а не двоичная, потому что она самая эффективная в плане аппаратной реализации, как известно. Вот. Ну, если бы у нас были вместо электрических компьютеров какие-нибудь там, не знаю, с химическими сигналами, да, где многоуровневость сигналов. Почему компьютеры двоичные? Потому что как бы есть электричество, нету электричества. Это так просто удобнее моделировать. Технология проще. Если бы мы выращивали какие-нибудь грибы, а сигналопроводящие вместо этого, то я как бы уверен, что победила бы троичная арифметика, потому что она самая эффективная в правильной реализации, как известно. Вот. Или наоборот, там сколько угодно ричная арифметика, потому что как бы, многобитовые такие грибы. Да. Вот. Типичные черты решения этих задач в императивных языках. Так называемые переменные, типизированные, как правило, вместо меток в ассемблере. Переменная – это очень хорошая метафора, которая нас учит в средних классах школы. Такой ящик с дыркой. Вот как для младенцев. Знаете, есть такие тесты когнитивные для младенцев. Такие фигурки, их надо засунуть в ящики с дыркой звездочку, в ящик с дыркой со звездочкой. Там полумесяц в ящик с дыркой полумесяца. Там была проблема, что полумесяц отлично залезал в ящик с квадратной дыркой, потом оттуда не вынимался. Вот. Это если плохо разработан тест. Вот. Ящики с дырками. То есть те самые хранилища, тот самый склад, о котором мы говорили с самого начала, снабженный некоторым инструментом по упорядочиванию хранилища в этом складе. Вот. Поскольку алгоритмы предусматривают еще и обработку последовательностей, то помимо типизированных переменных, тут еще лаги, вы понимаете, да, это вы смотрите YouTube. Вот. Значит, помимо типизированных переменных есть еще массивы, то есть последовательности однотипных данных, которые можно проходить индексированно. Вот. Очень часто подход процедурных языков, особенно старых, это специальные типы данных для аллигирования. То есть сама операция аллигирования, она не атомарная, не включена в синтакс их языка, а является как бы частью архитектуры. Что это значит в переводе на русский? Есть понятие указатель. Для того, чтобы, например, завести динамический фрагмент памяти и его заполнить данными, вы сначала каким-то неизвестным науке чудесным образом запрашивая у исполняющей системы
получаете кусок памяти под названием указатель на, и дальше туда складываете. Вот. Вот это вот довольно часто встречается, хотя это как раз, как мы будем говорить в конце лекции, показатель низкоуровневости языка, и высокоуровневые языки от этого уходят. Или ушли, или никогда и не начинались. Еще одно важное свойство современных языков – это… О, тут уже пошел разговор. Так, но это не вопрос. Это они уже беседуют сами с собой. Да. Ну и хорошо, пускай беседуют. Не будем им мешать. Главное, чтобы им там было хорошо. Вот. Это составные из типа данных. Мы об этом уже говорили. Вся наша алгоритмистика, вот весь первый курс, вернее, вся вторая половина первого курса посвящена алгоритмам и удобным для работы в этих алгоритмах типам данных. То есть типы данных их же изучают не ради того, чтобы изучать типы данных. Нет у нас такой задачи по жизни изучить типы данных. У нас есть задача эффективно решать прикладные задачи. У нас есть задача использовать всякие хитрые, удобные алгоритмы, которые там вот некоторые дают преимущества вычислительные. Да? А для этих алгоритмов, как правило, нужны соответствующие интересные типы данных. Те же самые деревья, ассоциативные слова, ассоциативные массивы, кучи и всякое прочее вот такого рода штука. Вот. Ну и, наконец, последнее свойство, типичная черта императивного языка – это то, что называется функцией процедуры, да, или процедурой. Вот в Паскале, например, это разделяется. Функции процедуры разделяются. В нашем домашнем задании оно будет разделяться. У нас будут, как в Паскале, функции – это те, которые не имеют побочных эффектов, а процедуры, которые имеют побочный эффект. Имейте это в виду. Ну, там это написано. Вот. Удивительным образом, конкретная реализация дисциплины аллигирования, особенно в случае передач параметров, никак не влияет на парадигму. То есть у нас может быть и чисто по значению передачи параметров, как это устроено в C, и чисто по имени, как это устроено в алголе. Вот здесь когда там откроется, вот там откроется вкладка, на которой написано алгол Википедия, вы мне скажите, я туда ткну. Потому что там интересный пример того, как в алголе, что такое передача по имени. Вы никогда в жизни не видели передачу это квантовая общность. Большинство из вас никогда не видели настоящую передачу параметров по имени. Уверяю вас. Вот. Соответственно, или передача параметров по соиспользованию, как это бывает во многих языках программирования, в том же Питоне или в Java. Вот. Когда вы передаете только, когда передача параметров означает просто ссылку на тот же самый объект, просто yet another ссылку, да, по соиспользованию. Ну и, наконец, смешанные варианты в том же Pascal и C++ есть передача и такая, и сякая. Вот. Как ни странно, все это не выводит нас из, несмотря на то, что, казалось бы, классической для процедурной парадигмы является именно передача параметров по значению, вот, или передача ссылок, вот C в этом смысле очень показательный. У нас есть специальный тип данных для аллигирования, не ссылка, а указатель. И вот этот указатель мы по значению передаем. Вот. Но нет, да, и это не влияет никак на дисциплину аллигирования. Вот. Более того, как я уже говорил, наличие специальных типов данных для аллигирования, то бишь указателей, является, как правило, признаком процедурного языка программирования, но исключение указателя как выделенного типа данных из синтаксиса тоже не влияет на парадигму. Мы знаем отличные, вполне себе процедурные или мультипарадигмальные, но по основе своей процедурные языки, типа того же Питона, в котором нет никаких специальных типов данных ссылки совсем, или Java. Вот. Правда, в этом случае почти всегда это означает, что передача параметров будет по соиспользованию. Где Википедия? Почему она никак не... Ой, а знаете что? Я скопипастил эту штуку в алголе. Отлично. Мы даже ходить туда не будем.
Значит, вот такой кусочек кода. Да, его, в общем, видно. Вот такой кусочек кода на алголе, похож на Паскаль. Обратите внимание вот на эту штуку. Integer i, integer array, вызов процедуры с двумя передачами параметров по имени i и s i t. Здесь написано в цикле b равно нулю, но поскольку передача параметров происходила по имени, эта конструкция превращается в s i t равно нулю. А поскольку передача параметров происходила по имени, и это на самом деле а. И этот цикл заполняет массив нулями. Вот. Наморщенные лбы некоторых здесь присутствующих подтверждают мою гипотезу, что вы никогда не видели передачу параметров по имени. Вот. Именно по этой причине Алгол, будучи очень неплохим теоретическим языком программирования, почти никогда не вылезал в продакшн, потому что вот таких шашечек там было в количестве, и написать транслятор, который умел все это делать, было, в общем, невозможно. Кстати, Алгол существует до сих пор, он все теперь это умеет, вопрос в том, зачем. Вот. Хотя вот видите, да, какая красота. С Фортраном еще интереснее. Фортран, как я уже говорил, живет и процветает, хотя, конечно, в основном в среде отбитых математиков, но это не важно. Вот. Значит, вот у нас, значит, картинка. Вот она. Это две программы на Фортране, которые заполняют один динамический массив. Единственное, что там порядок индексации разный. Поскольку динамические массивы в Фортране располагаются по столбцам, потому что математики писали, именно по этой причине код номер 2 работает в несколько раз медленнее, чем код номер 1. Почему? Динамический массив каждый раз при добавлении новой строки переструктурируется. Каждый раз, когда вы пишете вот эту штуку, а у нас меняется индекс i, и добавляются пустые места. Он же должен быть этим самым параллелепипедом, да? Вот. Вот такая вот интересная штука. Так, чатики. Нет, там у нас царствует сокращенец. Сокращенец — это такой, ну, вы видели его в чате, это человек такой очень серьезной подготовкой аппаратной. И, в общем, я радостно на него сваливаю всю связанную с железом тему. Вот. Поэтому пускай царствует, это хорошо, а не плохо. Вот. Чтобы унизить, а также не унизить, а, как сказать, почувствовать самому некоторую долю испанского стыда, вспомним еще про такие удивительные штуки, как Basic и Cabool. Вот, надо понимать, что когда человека хотят обидеть, говорят, что он программист на Basic или Cabool, а еще надо понимать, что это два самых популярных языка программирования в свое время. Basic — это первый массовый язык программирования, который был на всех компьютерах малых, вообще на всех. А Cabool — это язык, у которого еще там, не знаю, я просто не знаю, как сейчас, да? А еще 5 лет назад самый большой объем написанного кода, потому что бизнес-приложения все писались на Cabool. Вот такие, которые по нескольку тысяч строк в день каждый программист пишет, сидит и фигачит. Дикий совершенно язык, что Cabool, что Basic. Cabool дичее, а Basic, как сказать, раздражает сильно. Вот. И вот мы, собственно говоря, начинаем приближаться к двум нашим сегодняшним целям. Это к языку программирования C, языку программирования Pascal. Хочу сразу, как это, подбросить ложку дегтя в эту самую бочку, уж не знаю чего. Я не буду рассказывать ни про синтаксис C, ни про синтаксис Pascal. Если кто-то из вас не знает какого-то из этих языков, почитайте. Это чтение на один вечер, и тот, и другой. Вот.
Ну, современных языков программирования, понятное дело, тысячи. Я не буду ходить по этой ссылке в Википедию. Тем более, что она не рабочая. А что так? Было же. Видимо, переименовали статью, пока я тут жил. Паразиты. Там была здоровенная таблица. Ее, похоже, ликвидировали. Бессовестные люди. Ну, то есть таблица абсолютно бессмысленная, а я ее использовал именно для того, чтобы... Да, нету. Удалили статью тем временем. А она, ее очень удобно было использовать. Ты на нее переходишь, а там такая прекрасная табличка разноцветная, где все языки помечены свойством. И ты ее крутишь. Они все там вот... Доходишь до буквы C. Крутишь. До буквы J там с Java. Ну, короче, вот. Но, видимо, да. Теперь мы подходим к интересному моменту, собственно, про высокоуровневый и низкоуровневый язык. Я на самом деле уже немножко пропалил свою идею. Значит, напоминаю, что мы с вами находимся в удивительной области нашей вот этой информатики, программистики, не знаю, как это, алгоритмистики, которая вообще-то не имеет доказательной базы. Да, вспоминаем проблему Останова и, в общем, говорим, что Вот, поэтому все наши высокоумные рассуждения о том, какова там терминология и как что-то доказать в программировании, в общем, упирается в то, написал этот самый эмулятор машины Тьюринга, хороший язык, не написал, плохой язык. Вот. В частности, понятие высокоуровневости, если попытаться сходить в Википедию, то там, в общем, довольно мутно написано. Там написано, что это такая штука, высокоуровневый язык программирования. Это когда программирование удобное и быстрое. Основная черта высокоуровневых языков – это абстракция. Ну, в общем, ни о чем. Я не знаю, про что это. Вот. Для меня главный признак – объективный, который можно измерить высокоуровневого языка программирования, это несовпадение модели вычислений, которую предлагает язык, и модели вычислений, которую предлагает фактический исполнитель. То есть уже на уровне синтаксиса, и более того, на уровне семантики, на уровне интерпретации языка программирования, пользователю этого языка выдается некоторая модель вычислений. Давайте сходим. Что такое модель вычислений? Определение множества допустимых операций, этих самых издержек их применения, то есть где можно, где нельзя, в каких случаях стоит ожидать ошибки, вот это вот все. Если ваш язык, прямо в языке написано, что вот такой-то, сякой-то тип данных, с ними работают так-то и так-то, ну там, точность числа, вот это все. То это, скорее всего, высокоуровневый язык, потому что вот сама модель вычислений входит в исполняющую систему. Вот. И, скорее всего, поскольку исполняющая система все равно сложна, в высокоуровневом языке программирования будет и то самое, что написано в Википедии. То есть всякие удобные встроенные типы данных, удобные способы работы с этими типами данных, вот это вот все. От себя добавлю, скорее всего, в высокоуровневом языке будет безопасная модель памяти, то есть будут отсутствовать те самые типы данных для легирования, вот, исключение язык C++, из которого уже 10 лет грозятся выкинуть указатели, как минимум вытащить их в отдельный модуль, и обещают C++ 25 теперь. Может быть, C++ 25 указателей выкинут, наступит нам счастье, но нет, не наступит, к сожалению. Вот. Небезопасная модель данных – это, конечно, зло, в общем, инфернальная бездна и вот это все. Вот. Соответственно, как уже было сказано, признак низкоуровневого языка программирования – это введение вычислительной модели фактического исполнителя, то есть железки, прямо в прагматику языка. То есть мы говорим, вот в данном случае мы там умножаем два числа, и получается число с такой-то точностью, так как это вычисляется на вашем процессоре. Если у вас процессор другой, у вас может получиться другое число.
Вот, например, в стандарте языка Паскаль есть строгое описание того, как должна работать вещественная арифметика. А в языке программирования C четко написано, вот как у вас процессор вычисляет, так и будет работать. Даже размер целого числа в языке программирования C может быть разный. Может быть 32-разрядный, может быть и 16, или 64. Ну, в общем, разный. Я не помню, где там ограничения. Вот. Еще одно свойство низкоуровневого языка программирования — это наличие УБ, undefined behavior, неопределенного поведения. Поскольку у вас фактический исполнитель введен в семантику, давайте посмотрим, о чем у нас там чатик идет, но там, кажется, все еще... Вот тут сокращенец нам подсказывает, что в языке C даже размер байта может быть разным. Что-то я не помню такого, но вот то, что знак у байта может быть, а может и не быть по умолчанию. То есть в некоторых архитектурах у нас unsigned char, а в некоторых архитектурах у нас signed char прямо из коробки. И это точно совершенно. Вот, может быть, имеет в виду именно это, да, что мы не можем... Соответственно, очень важной фичей низкоуровневых языков программирования является наличие УБ, undefined behavior. Undefined behavior — это признание того, что введенное в прагматику, то есть введенное в реальную практику работы языка фактический исполнитель, в зависимости от архитектуры на одних и тех же конструкциях может давать совершенно различные результаты, и поэтому вы не можете на это поведение рассчитывать при переносе кода на C, а это, конечно, в первую очередь язык C, да, с одной архитектуры на другую. Очень многих людей подгорает от УБ в C++. Вот. Но это не баг, а фича. Это та степень свободы, которой вы вольны пользоваться, если вы хорошо понимаете вообще, с чем вы имеете дело. Если вы понимаете, под какую архитектуру вы свой код компилируете, то вместо УБ вы получаете, в общем, вполне себе defined behavior. Просто он, как это сказать? Вот здесь и сейчас он работает, да. Ну, как бы идея низкоуровневых языков ровно в этом. Вот. Ну и всякое такое, всякие субъективные признаки. Понятно, что, высокоуровневый язык программирования, который удобно читать. Иногда настолько удобно, что если текст записан плотно, то читать опять неудобно, потому что мозги скрипят, да, Haskell хороший пример. Вот, что лучше там 3 строчки комментариев и 1 строчка на Haskell, тогда будет понятнее. Вот, особенно если в комментариях понятно написано. Ну, в общем, такое. И еще, чем выше у вас уровень языка, тем больше в нем инструментов решения конкретной прикладной области, какой-нибудь. Туда, сюда, например, объектно-ориентированное планирование. Да? Я, кажется... Да, вот тут вот я как раз хотел затронуть эту тему, что высокий уровень языка программирования тоже не обязательно меняет парадигму, но вспоминаем наше определение парадигмы. Парадигма — это такой способ думать. Если парадигма — это такой способ думать, то, как это правильно сказать, в какой-то момент все эти наши алгоритмические проблемы, если мы строим, например, сверхбольшую систему, они гораздо менее интересны и гораздо менее сложны, чем проблема самого проектирования пирамидального. Это другой способ думать. Да, объектный подход с генерализацией свойств, выделение, кластеризацией свойств объектов, выделение множества объектов, составление пирамиды, значит, тех самых дерева классов, вот это все. Это другой способ думать, но, наверное, другой. Алгоритмически он ничего не меняет. Объекты могут быть введены вообще в любую из тех парадигм, про которые мы будем в этом семестре разговаривать. Например, если не считать, если вспоминать вот, из языков типа пролог, да, самый живой — это SV-пролог, он прям живой-живой. А еще был турбо-пролог, так вот он был объектный. Не знаю зачем. Вот. Это я про что говорил-то? А, про решение прикладных задач, да. Вот. Ну и еще один признак высокоуровневого языка программирования — это мультипарадигмальность. Как правило, в язык как правило,
Как правило, высокоуровневый язык программирования имеет инструменты из других парадигм. В том же питончике есть функциональщина в количестве, да, и вот. Теперь последняя, значит, на сегодня наша тема, это, собственно, C и Pascal, про которую я повторяю, у меня будет такой немножко, как это, философски говоря, вынутый вариант лекции. Я не буду рассказывать про синтаксис C и Pascal, а в предположении, что вы так или иначе с ними знакомы, а если нет, то познакомимся. Вот. Значит, главное отличие C от Pascal на самом деле лежит прямо в том, как, зачем все в их смысле. Язык программирования C был задуман Кеном и Деннисом для того, чтобы не писать на ассемблере. Они, значит, Деннис написал, собственно, язык программирования B, где он как раз решал вот те самые задачи, про которые мы сегодня говорили, что на ассемблере писать неудобно, в том числе задачу там, вот, эту самую универсализации синтаксиса. А потом пришел известный популяризатор науки и ученый Брайан Керниган и сказал: чувак, а что у тебя есть тип данных байт и слово? Ты давай вводи нормальные типы данных, ну, и вообще сделай свой язык таким, чтобы он был кроссплатформенным, чтобы то, что ты на своей этой самой PDP-9 компилируешь, можно было там скомпилировать, ну, например, на 32-разрядной машине. Вот. Деннис сказал: о! И написал язык программирования, на котором можно было программировать кроссплатформенное, разумеется, с учетом той вычислительной модели, которая предлагает низкоуровневый фактический вычислитель. Вот. То бишь, написал самый лучший в мире макроассемблер. Что же касается Паскаля, который, в общем, создавался примерно в те же годы, но, может, чуть позже, не намного. Это был язык, специально задуманный как язык обучения программирования. То есть в нем основная задача Никлауса Вирта была в том, чтобы последовательно изложить его понимание того, как должен быть устроен алгоритмический язык. Вот. На те поры, когда он это делал. Вот. Есть два мнения относительно того, похожи C и Pascal или не похожи. Первое мнение, что они очень похожи, потому что там примерно те же самые структуры данных, примерно те же ограничения по этим структурам, примерно те же алгоритмические приемы. Вот. А второе, значит, второе мнение, что они совершенно не похожи, и дальше там тоже есть как бы большой список причин, почему они не похожи. Оба мнения, разумеется, верные. Вот. Значит, из похожести что еще? Очень простой синтаксис. То есть синтаксис C посложнее, но его сложность, она такая чисто парсерная сложность. Это парсер C-шный писать тяжело. А так-то, в общем, он тоже простой. Там есть какие-то вот такие вот мелкие места, в которых ты залипаешь и долго тупишь. В Паскале этого нет. В Паскале вот синтаксис Паскаль такой, что можно выучить наизусть БНФ и на экзамене отвечать. На экзамене работать парсером. Берешь так это из головы, применяешь БНФ и говоришь: нет, этот код не на Паскале. Вот. Значит, общее это отношение к пространству имен. Вот есть, вот оно прямо задано. Это вот тоже такое, прям вот из каких-то вот хтонических глубин начала программирования, вырвавшись совершенно подземных, да? Что вот есть глобальное пространство имен, там у нас глобальные переменные, это глобальные метки в ассемблере, если что, с именами. А есть локальное пространство имен, это локальные переменные, это локальные метки в ассемблере, которые живут в течение какого-то контекста, а дальше там их можно менять. Это одна из проблем меток в ассемблере. То есть если вы пишете один большой ассемблерный код, там все имена должны быть либо разные, либо должен быть специальный способ пометить, что одинаковые имена в разных местах значат разные. Ну, в ассемблере это тяжело и непонятно, чем он отличается. А в языках программирования типа C и Pascal, ну, наконец-то мы придумали, давайте у нас внутри функций будут свои пространства имен. Как хорошо. В действительности, понятно, за этим стоит, в общем, теория, но реально работа с пространством имен ни в C, ни в Pascal не производится, это вам не питон. Вот. Типы данных тоже, в общем, очень похожи в C и Pascal, в том смысле, что они наследуют тому легаси тех вычислительных моделей, которые были во времена C и Pascal, в общем, известны.
У нас есть простые типы данных, типа числа, такие сики. У нас есть составные типы данных, типа массивов или строк. В Паскале еще есть строки, как сложный тип данных с внутренним счетчиком. В Си даже этого нету. В Си строка — это просто последовательность байтов. Вот. Есть специальный тип данных для легирования — это указатели. И нету никаких иных абстрактных типов данных, работа с которыми предусматривала бы уже реализованный алгоритм. Вот в современных языках есть всякие штуки типа словарей, множеств, куч и прочей интересной и очень удобной ерунды, но работа с этими типами данных требует заранее реализованного алгоритма, допустим, доступ к вершине кучи. А что такое массив, мы все прекрасно знаем. Это просто много-много ячеек, у каждого есть свой номер, все. И индексация, то есть обращение к ячейке по номеру, это всего лишь начало массива, умноженное на размер ячейки, прибавленное к размеру ячейки, умноженным на индекс в массиве. Более того, в языке программирования C это то, что я сейчас сказал, это не иносказание, это так и есть. В языке программирования C указатель — это просто адрес, а адресная арифметика, прибавление к адресу, допустим, числа n, в действительности это прибавление числа n, умноженное на размер элемента, точка, именно так. Вплоть до того, что операция квадратной скобочки в C — это такой синтаксический сахар для адресной арифметики. Вот. Я не знаю, знаете ли вы, и тут этого примера нету, мне хочется его привести. Сейчас я его приведу. Значит, я не знаю, знаете ли вы, но уж можно, значит, сейчас, даже вот так вот. Вы можете написать вот так вот. А знаете, как вы можете написать? Почему? Потому что квадратная скобка — это всего лишь операция умножения и сложения. Умножить на размер элемента, прибавить к исходному числу размер элемента, умноженный на… Такая вот интересная штука. Я могу, кстати, соврать, этот пример я не готовил, но давайте попробуем. В конце концов, кто нам мешает? Кто нам мешает попытаться это скомпилировать? Правильно? Сейчас, давайте тогда уж, раз уж мы такие умные, давайте сделаем две переменные. Тороплюсь, не торопись. Я, главное, сейчас не уверен, что у меня получится, потому что я, правда, забыл уже этот синтаксис, не готовился к нему. Но фиг знает. Что там? Тут у нас G было, да? Только надо проинициализировать еще массив. Так. Только почему-то единица. А почему единица? Что я сделал неправильно? А, я тупой. И равно нулю у нас, конечно. Давайте тогда сделаем вот так. Вот, k равно 7. Да, там. Что там, i равно 7? Ты вот. Ну, короче, вы уже видите, что это работает на самом деле. А, о, теперь видно, что 8,8. Вот этот код. А, я понял, это лаги просто. Вот. Ща. Вот сейчас, через некоторое время его закрою, честно. Смотрите, я его закрываю. Закрываю я его. Вот. Вот этот код. Вот, собственно, 8-я и 9-я строчка, да, обратите внимание.
Вот. Это я к тому, что в лучшем мире макроассемблере, который называется C, даже такая штука, как операция индексирования, которую мы привыкли считать, что это операция с составным типом данных, в действительности всего лишь синтаксический сахар для адресной арифметики. Так что те ребята, которые говорят, что C и Pascal нифига не похожи, совершенно разные языки программирования, они тоже совершенно правы. Вот. Паскаль имеет довольно много предпосылок к тому, чтобы называться высокоуровневым языком программирования, но на который очень сильно повлияла неспособность тогдашних великих мыслителей типа Никлауса Верта оторваться от тех вычислительных моделей и от той легаси архитектуры фон Неймана, которая, значит, у них в голове была с молодых ногтей прибита. Значит, почему в Паскаль это... Ну, он косит в сторону высокоуровневого языка программирования. Там есть, например, перечислимые типы, которые вполне себе абстрактный тип данных. Другое дело, что любому вот современному программисту кажется, что это какое-то лишнее извращение. Зачем сначала вводить перечислимый тип, который, очевидно, просто интеджер такой? А потом с помощью этого интеджера индексировать массивы, у которых индексы тоже просто интеджеры такие. Вот если бы, мол, можно было делать что-то принципиально иное, но нет. Единственный смысл введения перечисленных типов в Паскале – это получение сообщения об ошибке при выходе, ну, чтобы нельзя было выйти за пределы этого типа. И то в некоторых диалектах можно. Но изначально идея была именно такая. У нас есть тип integer, он с точки зрения языка является бесконечным, а когда нам нужно, ну, скажем так, актуально счет, да? Есть максинт, но он большой. Вот. А когда нам нужно вводить конечные типы, то это должен быть специальный перечислимый тип, внутри которого, собственно, вводится диапазон. Собственно, диапазон — это оттуда же. В Паскале есть множество, если кто не помнит, внезапно. Вот. Указатели в Паскале тоже такая попытка, не исключая специальных типов для работы с памятью из синтаксиса, все-таки ввести некоторый уровень абстракции, и указатели в Паскале не привязаны ни к чему. У них пространство бесконечное, мы можем сделать сколько угодно указателей, и вот это вот все. Да? То есть, если все адреса, указатели — это точно адреса, это написано в синтаксисе, и, соответственно, их размер, например, ограничен, вы не можете там создать больше указателей, чем у вас ячеек памяти. Вот. То в Паскале нет такого ограничения. Хотя, опять-таки, с точки зрения программиста, разумеется, оно есть, и, разумеется, указатели — это адреса, и все это, в общем, примерно то же самое. Вот. Хотя нет, в том же Паскале ABC какие там адреса? Указателями там наверняка являются просто идентификаторы в таблице .NET. Вот. В Паскале есть разделение процедур и функций. Вот. Процедуры — это такие подпрограммы, которые могут иметь побочный эффект, то есть менять глобальные переменные, а функции не должны. Разделение это воспринимается абсолютно синтетическим, потому что все остальное у процедур и функций одинаково, только почему-то процедуры возвращаемого значения не возвращают. Это такая, значит, тоже наследствие теории, в которой функция — это штука, которая обрабатывает данные, а процедура — это функция, которая получает данные, обрабатывает их и возвращает функцию. А процедура — это то, что жует данные на месте. Вот. Ну вот такое разделение. Кстати, мы, напоминаю, в домашнем задании будем его придерживаться. Еще в Паскале есть передача параметров по ссылке, в отличие от C, где только по значению. Вот. В Паскале в стандарте, вы будете удивлены, есть файл как тип данных. Я, кажется, не помню современной реализации Паскали, где вообще вся эта часть синтаксиса реализована. Вот. Но, тем не менее, это так. File of что-то. Вы говорите open, type или не type, этот самый. Переменная, двоеточие, var что-то, file of там, integer. И вот с ней работаете. Нет, кажется, есть. Кажется, есть. Ну, в общем, вот почему? Опять-таки legacy. Когда-то давным-давно внешняя память, то есть памяти было две, собственно, оперативная, а также вот внешняя для хранения, и она тоже называлась памятью. И на ней можно было, значит, открывать файл, и, например, этот файл можно было
сортировать прямо там, на диске, некоторые алгоритмы сортировки как бы предназначены для того, чтобы работать именно с файлами на диске. Вот. А еще у Паскаля куча разных диалектов, мы уже сегодня в них заблудились, и большая часть из них стандарту не соответствует, а тот, который стандарту соответствует, он, в общем, на нем нельзя программировать совсем. Ну, такое. Вот. Значит, что касается C, да, значит, самый главный эффект языка программирования C не равный тому, что мы уже описывали, а мы говорили, что C очень низкоуровневый, что адресная арифметика, что аппаратно-ориентированные возможности типа регистровых переменных, то есть в язык программирования C введен, прямо в семантику языка введен тот фактический исполнитель, который у вас будет иметься под капотом. Вот. В C есть неявное приведение типов. Вот, это довольно важная штука, довольно неудобный источник, в общем, довольно большого числа ошибок, но это хорошая степень свободы, когда, если у вас два типа на уровне аппаратном одинаковые, скажем, занимают одну ячейку, то почему бы один не использовать вместо другого? Это плохая практика программирования, но это все работает, и это все допустимо, это часть его как раз той самой семантики, где вы можете, например, заранее не знать ссылкой, на какой элемент данных является ваш адрес. У вас адрес хранится, а что там за тип данных, это вы потом узнаете. Как это делать? Никак. Значит, вот звездочка. Вот. И то, что, на что активно наезжает Андрей Викторович Столяров в своей книжке, вот, это наличие очень большого числа побочных эффектов прямо в синтаксисе языка программирования. Все эти плюс-плюсы, операция присваивания как арифметическая операция внутри скобочек, вот, и вот это вот все. Это с точки зрения планирования вычислений, с точки зрения, так сказать, последовательного императивного мышления, очень сильно ломает шаблон. Ну, какой-нибудь, не знаю, какая-нибудь конструкция типа, тут не видно, но сейчас будет видно, типа вот такой, да? Сейчас вы ее увидите. Плохо видно? Там красненький, не красненький, сейчас он будет зелененький. Ну тут все равно плохо видно, да? Ну ладно, в общем, да, вот такая вот примерно конструкция. Вот чуть-чуть плохо видно. Сейчас попробую написать здесь. Вот. Тут просто у меня шрифта больше нету уже. Ну, бог с ним. Короче говоря, автоинкременция, операция присваивания внутри скобочек и прочие интересные штуки, они страшно удобны для программиста, который уже понимает, что он пишет. Они очень неудобны для чтения, и они очень неудобны для поиска, где же вы ошиблись в планировании вычислений, когда использовали побочный эффект прямо внутри формулы, например. Вот. Но, повторяю, эта штука, да. Значит, есть такая фишка, называется DAV device. Посмотрите внимательно на вот этот код на языке программирования C, особенно те из вас, кто учил язык программирования C и думает, что знает его. Смотрите вот сюда. Switch. Case 0. Do. Case, while. Это вообще что? Где там оператор-переключатель, а где там оператор цикла? Правильный ответ. Еще раз. C – это не алгоритмический язык программирования. C – это компилятор. То есть мы эти конструкции превращаем в соответствующие кусочки кода, а дальше смотрим, как они работают, а не наоборот. Идея состоит в том, чтобы развернуть цикл. Это аппаратное развертывание цикла даже тогда, когда приходит оптимизатор и пытается его обратно, значит, свернуть. Вот.
При этом, чем он хорош, что для вас сравнение с шаблоном будет делать оператор Switch, а никаких переходов не будет. Ну, в общем, да, такая вот забавная картина. Я даже сейчас не про смысл того, как это работает, а про то, что вот такие конструкции в C — это нормально с точки зрения синтаксиса самого языка. Вот. Да, ну и главное отличие C от Pascal — это, конечно, на чем из них пишут сейчас. Вот. Вы и ах, значит, Pascal как учебный язык стремительно потерял актуальность еще в прошлом тысячелетии, а как язык практический, ну, в общем, тоже. Вот, на C продолжают писать, там прям всего-всего. Так, главные недостатки. У обоих языков опасная модель, как бы небезопасная модель памяти с использованием указателей, с возможностью, ну, бог бы с использованием указателей, с возможностью проэксплуатировать вот эти указатели алгоритмически непонятным путем. То есть double free, garbage dereference, утечка указателей в памяти, вся вот эта вот несчастная наша судьбина, когда мы куда-то в память залезли, что-то там поделали, и оказалось, что это не та память, куда надо было ходить. Особенно все это верно, но в Паскале, в общем, тоже может так придумать. Вот. Идея состоит в том... Да-да-да-да-да-да-да. Вот тут прям меня кто-то цитирует уже в чатике. Вот. Идея состоит в том, что вся вот эта вот идея про то, что работу с памятью надо передоверить исполняющей системе, и для этого ввести специальный тип данных для аллигирования, а потом с помощью этих самых типов данных для аллигирования, указателей, обратно моделировать структуры данных, такие как списки или там деревья или динамические массивы, да? И эта идея, в общем, попытка переложить реализацию на программиста. Если у нас есть абстрактный тип данных, ну там динамический массив или список или дерево, давайте его реализуем в языке. Парадигмальность от этого не изменится. Эффективность этой реализации будет зависеть от того, на какой платформе это работает. А главное, работа с памятью прекратит быть головной болью человека, которому надо писать алгоритм, а не с памятью работать. У этой штуки есть свои недостатки. Мы о них поговорим уже, видимо, на лекциях на Python, про Python, потому что тут у нас времени нет. Но мой подход такой, что это, в общем, легаси. Вот. Общий вывод относительно C и Pascal я сказал с самого начала. С моей точки зрения, Pascal стремится быть высокоуровневым языком программирования, для этого вводит абстракции. Его главный недостаток, что эти абстракции не выходят за пределы тех вычислительных моделей, которые тогда были доступны, когда его придумали. Вот. А C — это лучше в мире макросемер, лучше, я так думаю, не придумают никогда. Вот. То есть, если вы хотите писать что-то низкоуровневое, пишите на C. Вот. Остаться, значит, минуты три на то, чтобы просто перечислить, какие с точки зрения современного программирования в этой нашей императивной области наличествуют тенденции. Первое. Усложнение синтаксиса. В синтаксис языка начинают вводить всякие интересные штуки, всякие готовые шаблоны программирования, типа тех же словарей, итераторов, декораторов, фотосинхронность последние лет 10 в моде. Ну, исключения, которые, в принципе, не обязательны в императивной модели. Вот это все никак не влияет на способ думать, но это удобные примеры приема программирования. Вот. Удобный способ, те же исключения, например, удобный способ нелинейного переключения контекста выполнения, непоследовательного, вернее, произвольного. Вот. В общем, это все сейчас вводится последние лет 20 вводится в синтаксис языка. Последний писк моды — это функции, которые умеют возвращать не только результат, но и ошибку в качестве возвращаемого значения. Вот в модных нынче языках, в частности, в
таком нео-паскале, который называется Vim, и нео-си, который называется, извините, Zig, вот, значит, реально первый похож на такой паскализированный питон или питонизированный паскаль, а второй похож на такой растезированный си, причем очень такой... Короче, оба языка рекомендую горячо к изучению, просто ради интереса. Вот. Так вот и там эта фишка есть, что функции могут возвращать значения, а могут туда же возвращать ошибку. И для этого есть специальные конструкции, как проверить, что возвращена ошибка. Вот. Безопасная модель памяти, вот, к сожалению, не всегда это возможно, и в том же Расте, например, есть два варианта работы, прям вот вы сейф-ансейф переключаетесь, вот, мультипарадигмальность, особенно там, где это удобно использовать, вот, довольно забавная тема, это переменные и вообще алгоритмические конструкции периода компиляции. Ну вот мы знаем, что есть в C препроцессор, где вы можете делать арифметические действия. Да? То вы задали там define A двум, define B трем. Так вот, если напишете A умножить на B, то во время компиляции это перемножится. А вот в том же Zig, там и условные операторы периода компиляции есть. То есть у вас могут быть какие-то конструкции. Кстати, в препроцессоре тоже есть, там и в DEF есть всякие. Ну, короче говоря, вот это тоже такая модная тема современных императивных языков, если они компилируемые. Устраивать дополнительную логику периода компиляции, чтобы, значит, у вас получился код, вот, не похожий на тот, который был изначально, а слово совсем. Очень смешно. Вот. Интроспекция и рефлексия. Значит, почему здесь должны были ссылки на соответствующие словарные статьи в Википедии, почему их там нет, я не знаю. Значит, интроспекция — это возможность программно, в момент работы программы, исследовать сами типы данных, исследовать, что они за типы данных. А рефлексия — это возможность в момент работы программы исследовать исходный код, исследовать логическую структуру самой этой программы. Это, конечно, очень удобно в интерпретивных языках программирования, это в том же питоне прям вот ходишь к собственному коду или к собственным данным и изучаешь их, но, например, всякие высокоуровневые тулкиты типа Qt тоже предусматривают, или GTK, предусматривают инструменты интроспекции и рефлексии, то есть ваша программа может посмотреть в момент уже в процессе работы, а с какими данными она работает, или как устроен ее исходный код, чтобы принять некоторые решения. Вот. И инкапсуляция и работа с пространственными имен как базовый синтаксический инструмент, то есть точка, точка, что-то, даже если нормальной поддержки объектного планирования в вашем языке не предполагается, он низкоуровневый. Вот. Так, все, но я сказал про ним и про Zig как про бонусы. Я про современные тенденции бегом, наверное, рассказал. В чатике у нас... Вот, в чатике, кстати, примерчик прекрасный, тут плохо видно, вот тех самых синтаксических конструкций на C, которые очень трудно распарсить, потому что там дофига обратных побочных эффектов, но правда, почитайте Столярова, он очень смачно проходится по побочным эффектам C, там как это, если у вас не подгорит, то будет интересно читать. Вот. Значит, про домашнее задание я сказал до всего, пока мы тут пытались наладить всю вот эту барахлянзию. Вот. Вот оно, домашнее задание. В прошлом году домашние задания выдавались персонализированно, то есть люди выбирали себе задание, то есть и они раздавались, короче, эти домашние задания. Вот. В этом году не знаю, мы поговорим еще с кафедрой, у вас есть время. Давай, ноль, здесь ноль. Вот. Обычно домашние задания, они немножко неравноценные по части объема. Ну, в общем, если ничего, все пойдет, как пойдет, их выдают рандомно. Напоминаю, что нужно написать билингв, напоминаю, что нужно прислать 4 файла, 2 программы ввод и вывод, и я их буду так тестировать. Значит, файла. Не копипастнуть в e-mail код программы, а 4 файла приоттачить, а то так люди делают. Вот. Желательно пользоваться
соответственно, нормальным компилятором C и нормальным компилятором Pascal типа FPC. Вот. Pascal FPC допустим, но у него большие отклонения от стандарта, я могу придраться просто. Да, и большая просьба, даже если вы не знаете обоих языков, одного из этих двух языков или почитаемый обоих, все равно при написании программы хотя бы делать вид, что вы пользуетесь особенностями этих языков. То есть, если я увижу код, написанный на C как на Pascal или на Pascal как на C, я обижусь и скажу «переделайте», без понижения оценки. А вот если вы не переделаете, вас. Вопросы? А то уже у нас, кажется, время вышло. На этом мы с вами расстаемся до конца семестра. В конце семестра будет еще язык, разговор про языки макроподстановок, про один конкретный язык, единственный выживший. Вот. А свои, значит, как бы ответственность я перекладываю на остальных, собственно, не на остальных, а на непосредственно сотрудников кафедры алгоритмических языков, которые будут вам все остальное читать. Вот, жду ваших домашних заданий. Спасибо людям, которые в чате поддерживали активность, в первую очередь, естественно, неутомимому сокращенцу. Вот, большое спасибо, что... Вот тут сокращенец спрашивается, считаются ли побочные эффекты и прочие извращения особенностями C. Достоинствами они считаются. Вы страдаете извращениями? Нет, я ими наслаждаюсь. Вас. Так что нет, это правда. Да? То есть вот та степень свободы, которую предоставляют побочные эффекты C, она иногда даже нужна. Она просто для быстрого анализа очень неудобна. Такие дела. Все. Всем спасибо и до новых встреч в эфире. В следующий раз, то есть у нас сегодня еще питончик, те, значит, кто. И в питончике, я надеюсь, будет не так вот все, как сейчас. Мы в другой аудитории, в конце концов. Все, спасибо.